Всем привет! С вами Самарские фиферы. Подписывайтесь на канал. Акул бухает уже. Вот, короче, так готовимся мы. Давай, блядь, давай. К турниру завтра. Заканчивай. Ну там мы смотрим футбол, короче. А, вот. О, бля. А кто забил? Неймар забил? Кто это? А, не забил гол. Я думал, гол же, ебать. Че, ребят, завтра готовы рвать их, нет? Ну да. Ты готов? Просто топ-4 возьмем. А, вот. У нас, кстати, кефир самарский топ-3 занял в Казани. Можешь подписаться на канал. Да. Подписывайся на канал. Кефир и Акул вместе его. Селфи. Че, лагерь, сделай. Пойдем играть. Санек, топ-6 Самары. Серьезный такой, да, сразу? Ладно, короче, мы ждем этих. Мы ждем кефира. Ну, настоящего. И еще двоих чуваков. Это... Ну, с Москвы там. Ждем. Пока что вот готовимся к завтрашнему дню. Надеюсь, мы затащим. Да. Надеюсь. Все выйдут из группы. Посмотрим. Ладно, ждем. Всем привет. С вами Кефир. Он Акул. Акул, когда в лагерь? Не знаю. Одна и та же шутка. Короче, чуваки, мы тут готовимся к завтрашнему дню, тренируемся. Здесь московские чуваки приехали. Челябинские. Челябинские. Суровые. Да. А что Туфенок говорил, что встречает кого-то в Челябинске? Тебя, что ли? Нет? Он кого-то в Челябинске. Нет? Пиздец, провокация. Сидим тут. Че, кефир готов? Какое место? Ну вот серьезно, если серьезно. На что рассчитывать? В троечку попасть можно. В тройке? Ну как я, да. Я тоже топ-3 рассчитываю. Вот наш самарский кефир. Рядом с московским чемпионом. А ты на что рассчитываешь, я забыл? На что рассчитываю? Да. Ну, не знаю, на хорошую игру вот показать. А? Показать хорошую игру. И все? Ну и тупо понятно, блядь. Что он делает за этим столом, да? И вы этого человека называете кефиром? Да, вы чего? Топ-3 минимум. Он не достоин для этого. Ну чё? А вот чемпион, короче. Сюда ходил. Да. Вот чемпион на себя поворачивает. На, посними. Я у Акула оператор. Дожили. Сколько платит? Как вообще поездка? Да. Поездка нормально. Какой же день в Казани, помнишь? Второй. Первый. Или первый? Первый день в Казани, что ли? Долгий день. Забой. Так мы готовимся. Тренируемся там. Парнерчики. А, чуть-чуть. Все нормально, снимай. Просто я снимаю теперь, да? Я на себя снял, ну ладно. Поверим обратно. Просто сам пиар. Я тоже думал выключить сначала. Ну и что, ребят, рассчитываю на топ-3, серьезно. Фенка выбиваю. Кефира тоже. Тики-так, все дела. Большой палец вверх. Бегунки. Баговые головы. И Барба, Рома, да? Ну да, все возможно. Ну, если там, короче, двоих выиграю, вроде, то возьму Рому, короче. И Барбу Жервини там, да? Да. Все, скатаю. Тебе вот ребят соседи рассказали вообще, какие тактики надо использовать, ну, вообще, в турнире? Ну, Ёжик там рассказывал. Да? Что говорит? Да. Ну, там типа 4-2-3, 4-2-3-1. 4-2-3. 4-2-3-1. Сразу без одного. Но я ее не буду использовать. У меня своя. Своя, да? Да. Еще говорит, что Барселона, ну типа фигня. Я буду Барселона играть?
говорит, бери Реал, либо Баварию. Нет, Баварию. Челси тоже совсем. Просто акул берет Барселону, чтобы у него была сразу отмазка. Если он проигрывает турнир, то он просто играл за Барселону. Поэтому он и проиграл. Я тебя понял, хорошо. Ну, в принципе, что еще тут сказать? Больше нечего. Удачи тебе, наверное, можно так сказать. Удачи. Короче, что, это твой второй канал, да? На PokerZone? Да, подписывайтесь. В общем, ребят, подписывайтесь на этот канал, там, лайк, субскрайб, всем мир. Кефир тоже. Я не Кефир, я Реал 7. Вот Кефир, я Реал 7. Акул, скажи, подписывайтесь. Скажу. Нет, бля. Обиделись, ребят. Ну ладно. Ладно, все, ребят. Всем пока. Ставьте. Пока.